Врачебный пост разместился прямо на территории торговой галереи. Здесь можно бесплатно измерить давление и при необходимости получить консультации специалистов. Акцию врачи муниципального центра здоровья проводят уже не первый раз. Прохожие с удовольствием узнают цифры своего давления и не просто ради любопытства. Желательно знать, конечно, свое давление. Сейчас очень много болезней развиваются от того, что там давление высокое или низкое. Поэтому надо обращаться. Кстати, в ходе акции выяснилось, что большинство из тех, кто измерял давление, и оно оказалось выше нормы, курильщики. Их тут же приглашали записаться на прием в кабинет отказа от курения. Он работает на базе центра. Особенно после 40 лет каждый пациент должен, в принципе, ну, каждый житель города, в принципе, должен измерять артериальное давление регулярно, посещать врача раз в год обязательно и регулярно измерять свое артериальное давление. Потому что во всем мире и в России, значит, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте. Добавлю, что акция изначально была посвящена Всемирному дню борьбы с гипертонией, но специалисты муниципального центра здоровья решили ее продлить и проводить в течение всего лета.